Не встигли сьогодні виступити тільки оці троє друзів. На кастинг найпопулярнішого українського талант-шоу студенти Влад, Костя і Максим з'їхали аж з Волгограда. І цю поїздку вони не забудуть ніколи. Ми опоздали на поїзд. Я визвав таксі, і воно не приїхало. А мені залишилось 10 хвилин до поїзду. Я визвав таксі, сказали, машина вже під'їхала. Я спускаюсь вниз, а його нету. От, дзвоню, говорю, де моє таксі? Вони кажуть, з вашого номера визову не було. На попутках за добу, діставшись з Києва, горе друзі найбільше боялися, що вони запізняться усього на кілька хвилин. Тож, дізнавшись, що судді ще на місцях, хлопці майнули на сцену. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать, приходите. Поближе ко мне, будем знакомиться. Мы с удовольствием. Вас зовут? Меня зовут Максим. Максим. Костя. Вы Костя. Влад. Очень приятно. Я хочу, чтобы у вас все получилось, и чтобы вы смогли всех удивить. Не только меня, и я за вас поболею от всей души. Мы постараемся. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Пока очень ярко. Как называть вас? Just name. Что покажете? Мы покажем, как можно безответно любить красиво. Ну, удачи. Спасибо большое. Да. Порох, порох, а вниз. Да.
Давайте послухаем у Влада. Все-таки надо, надо серьезно относиться до справы. Я бы сказал, что мы только что увидели сплав брейк-данса, акробатики, обаяния, актерского мастерства, музыкальности и просто трех хороших парней. Я скажу «да». Спасибо. Блин, вообще супер. Выглядят... Ты же потрогала, по-моему.